Привет, ребята! Меня зовут Иваницкая Ирина. И продолжаем школьную тематику. Смотрите, какой классный рюкзак в виде M&M's я для вас подготовила. Он такой забавный, яркий и стильный, так и хочется затискать. А то, я круче всех! Рюкзачок открывается и закрывается на липучку. Довольно вместительный, хоть и кажется крошечным. В него можно складывать нужные вам вещи. Смотрите, сколько всего туда помещается. И там еще полно места. Смотришь на него, так и хочется съесть M&M's-инку. Ай, не ешь меня, я невкусный! Ну, это и так понятно. А съем-ка я лучше вот эту. Ам? Странно, в пачке не попался ни один красный M&M's. А красный у тебя есть я. Ребята, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк под этим видео. Ведь они намного слаще, чем M&M's. Слаще? Да ну! Я тоже хочу! Поставьте мне пару килограммов! И приступаем к работе. Для рюкзака нам понадобится красная ткань. У меня это кусочек байки. Складываем ткань пополам и по шаблону вырезаем два овала. Еще отрезаем полосочку примерно 1 см шириной. Эту полоску мы будем пришивать красными нитками к овалам. То есть это будет боковая сторона рюкзака. Сначала я пришиваю по кругу один овал, оставляя пробел лишь сверху. Можно шить вручную или на швейной машинке. Вот так вот получилось. Затем пришиваю точно так же второй овал. Не забывайте, что пришиваем все детали с изнаночной стороны. Сверху оставляем отверстие. Лишние части на боковой полоске срезаем. И выворачиваем заготовку. Берем еще один кусочек красной ткани и делаем верхнюю часть рюкзака. Вырезаем круг поменьше размером, чем сам рюкзак. И пришиваем его по краю с обратной стороны рюкзака. Пришиваем изнаночной стороной внутрь. Вот так должно получиться. Теперь нам нужна застежка. А точнее липучка. Я ее у себя не нашла, поэтому решила отрезать липучку от ненужного кукольного платья. Складываю липучку и вымеряю нужный мне размер для рюкзака. Лишнее все отрезаю. Один край я клею на термоклей сверху, на крышечку, а вторую часть приклеиваю на рюкзак около верхнего края. Для шлеек отрезаю еще две тонкие полосочки одинакового размера. И пришиваем их с обратной стороны рюкзака. Сверху их шьем две вместе, а снизу расширяем их и пришиваем края по бокам. Вот так вот у меня получилось. Рюкзак готов. Теперь нужно сделать мордочку, чтобы он был похож на M&M's. Для этого нам понадобится полимерная глина белого, красного и черного цвета, хотя ее можно заменить картоном. Лепим два белых овала и два красных. Срезаем верхушку с белых овалов и нижнюю часть с красных овалов. Собираем их вместе. Для зрачков делаем круги из черной глины и срезаем верхушки. Приклеиваем эти полукруги около красного века. Хорошо прижимаем и на них клеим уже блики из белой глины. По краю века приклеиваем красную полосочку. Хорошо ее приглаживаем. Приклеиваем ровненько, а лишнее все отрезаем. Делаем брови из черной глины. Катаем их так, чтобы одна сторона была уже другой. И делаем изгиб посередине. Рот тоже делаем из черной глины. Так тоже, чтобы одна сторона была уже, а другая шире. И тоже делаем изгиб. Берем шаблон буквы М и по нему из белой глины вырезаем буквочку. Ссылочку на шаблон я оставлю под видео.
Какие вот такие заготовки у меня получились. Запекаем их 15 минут. Затем собираем мордашку на верхней части рюкзака. Приклеиваем все заготовки на суперклей. Глазки, брови и ротик. И снизу клею букву М. Хорошо ее прижимаю. И вот такой вот рюкзачок у меня получился в виде M&M's. Получилось, по-моему, очень классно и стильно. Кстати, можно добавить застежку к нему, и получится классный брелок на ваш рюкзак. Рюкзак на рюкзак! Даешь больше рюкзаков! Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и творите вместе со мной. Смотрите другие мои мастер-классы на школьную тему. Все ссылки под видео. Всем пока, встретимся завтра в новом видео. Подписывайтесь на канал и сладкие лайки поставьте.